Чао! Меня зовут Адилет Загорелый, и это программа «Туристические ласки». Многие трансфермены обращаются ко мне с письмами, как улучшить свой трансфер. Именно я научу вас выходить из самых трудных ситуаций, ваши черт возьми, и вы почувствуете, как меняется качество вашего трансфера, и люди толпами выходят на инфовстречу. Зачастую многие трансфермены, особенно новички, не знают, как себя вести, когда их перебивают на трансфере. В первую очередь, никогда не показывай, что ты растерялся, а наоборот, покажи, кто хозяин в автобусе, и ситуация под контролем. Шопинг, это там, где сможете приобрести кошку. Да говно этот ваш шопинг! Итак, в окончании нашего трансфера я хотел вам рассказать о шопинге. Шопинг это те магазины... Да говно ваш шопинг! Фас! Иди сюда! Итак, дорогие гости, в окончании нашего трансфера хотелось бы вам рассказать немного о шопинге. Турция славится своими... Да говно ваш шопинг! ...ювелирными. Молодой человек, на ваш вопрос отвечу после окончания трансфера. Договорились? Да я убью тебя сейчас! Ты рот закрой, ты не мешай мне вести работу, понятно? Сядь и не выкрикивай ничего, договорились? Теперь хотелось бы вас познакомить со следующей ситуацией. С начала нового сезона многие акулы, то есть гиды других компаний, ждут нового потока сексуальных рыбок, то есть трансфермены, которые косяками заплывают в отеле. У них появляется шанс познакомиться с новыми карасиками, а если повезет, даже с кашалотиками. Придя в отель как образцовый работник, выбери подходящий стол. Зайдя в отель, также будьте готовы к навязчивому вниманию тех же самых акул. И тут молодые карасики делают грубейшие ошибки. Детка, тебя как зовут? Красавица, а? Какая? Девушка, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Страшно мне не становится. Ну что ж, вот вы и научились некоторым туристическим ласкам. С вами был Адилет Загорелый. Чао! С вами был Адилет Загорелый. Чао! Да, Кирилл, у меня шоу? Хорошо, вот уже бегут.